Здорово. Короче, Найс выпустил ролик по теме игры в кальмара. Она как бы уже отхайпила, но Найс готовил довольно такой интересный ролик, судя по всему. Называется «Аниматоры на игре в кальмара». Так что, я думаю, это был какой-то масштабный проект. Давайте посмотрим. Все персонажи являются вымышленными, любой с позиции. Реальными, или крабами, заметьте, случайно. Ни один человек. Или Найс. Найс в ролике не пострадал. Хорошо. Конечно, это же мульт, но... Да. Вы самый тупой класс. В смысле, группа, в смысле, люди. Я не знаю, как вас еще обозвать. Бригада. Говноеды, вот нормально. Ну да. Вы умудрились испортить такую простую игру. Да в смысле? В прямом. Рассказывать анекдоты столетней давности на игре «Зеленый свет, красный свет». Это, конечно же, гениально. Что было? О боже, как мне страшно. Я хочу домой к семерым своим детям и жене. О, как грустно. У тебя есть дети и жена, а они... Добряк сзади? Что, колобок? Да. Повесил. Тихо-тихо-тихо. Колобок что? Не рассказывай. Ах ты. Терпение. Подожди, а блондинус кто? Где? Вот этот. А, я не знаю, кто. Все. Эй, а ты, ну типа это, жить. А, видимо, это никто был. Мерби. Блондинус. Мерби. А там Добби Крабик. А вот это? Это персонаж, который не важен для сюжета, и, видимо, он сейчас выпилится. А, сейчас. Хочешь? Что? Ну, жить. Да, конечно. Ах, Колобок тоже так говорил. Какой Колобок? Который повесил. Правилами, конечно, не запрещается. Но после первой же игры вас из сотен человек осталось только 5. Черт бы вас побрал. Ну, так смешно. Добряк все лежит на чиле, трусиками вверх, вот он. Я думаю, 5, да. И дед всегда, да. Нет. Ладно. А что с этим парнем? Он бухой. Устал. Да! Ага! Бегом! Все на другую игру! Ну, надеюсь, хоть это не ваши эти, как их, сахарные соты. Помоги! Нет. А, это было в этом маленьких, в маленьких мультике я видела, да, там была большая звездочка. А ее реально сложно открыть? Очень сложно. Да. Звездочка. Это вроде вьетнамский какой-то бальзам, звездочка. А если они еще даже в нос как-то их закладывают надо, чтобы там отложило. Слушай, она сейчас существует или нет? А, еще и от головной боли виски мазали. Она сейчас существует или нет? Где-то я помню, что кто-то говорил, что прикол она существует. Поймут? Она как легенда. Люди. Я не знаю, я поняла прикол чисто четко вообще. Нет, бабушки поймаем, были в аптечке. Что это у нас такое было? Просто. Да. Автоматический проигрыш. 420-й, зачем ты ее наклоняешь? Я ее не наклоняю никак! И без тебя справлюсь! Можешь идти отсюда! Давай быстрее, время уже на исходе. Ага, не крабика наняли, чтобы он звездочку вырезал. Смотри на него, он и так настрадался. Знаете, хоть мне и говорить-то нельзя, но вы такие молодцы. У меня единственная задача смотреть за вами, и я даже не заметил, чтобы вы как-то хитрили. Вы же там не принесли... Кстати, да, грабя случайно с собой. Тоже был вопрос, когда в сериале, думаешь, знаешь, на всеми наблюдали, а там под горкой спокойно два чела сидела с зажигалкой, так вообще беспалевно, да. Ничего. Ты каким-то неведомым способом какого-то краба. И не заставили его вырезать вам фигурки, да? Нет? Конечно, нет. Молодцы. Мне бы теперь забыть, как меня сюда пронесли. Нет, так тоже пойдёт. В штанах, да? Ну, видимо, как та самая женщина. Та самая женщина. В тех самых местах. Надо смочить его. Да. Так, дорогие мои. Ой, ребята. Он такой лопатыш-коротыш, смотри, да, оказывается. Да, слушай, ну маленький, дали бы ему покупал и всё. Так как все канаты сгрызла какая-то крыса, перетягивания вот. Каната не будет. И, честно говоря, если раньше мне было все равно, что вы будете тут делать, то сейчас я вообще клал. Делайте, что хотите. Ладно. Ну, как обычно. Повезло, что крабану не хватило пары. Да, выходит, что должен остаться лишь один из нас. Ну, хз, Найс все еще с нами после поражения. Ну да. А, у меня есть план. Сначала надо заинтересовать охрану, а потом... Да. Сэр охранник, вам надо немного отвлечься. В смысле? Фокусы? Есть фокусы? Стеснялся. Интересные фокусы. Все, мы его заинтересовали. А теперь... Получи тубаринку! И это и был твой план? Ну да. Ты же сказал заинтересовать, а потом... Ой, смотри, добряка, 38 квадратов плюс 44. Я заметил. А что так сложно-то? А я не понял, в чем прикол. Том...
А, ты пробормотал что-то в ухо, как будто это что-то важное, но там даже слов не было. А че я удивился тогда? Ну да. Интересно, как там дела у Найса? Ладно, давай сыграем еще раз на все, что есть. Если угадаешь, четное или нечетное, я отдам тебе все шарики. А если не угадаешь... Смотри, у него прям кофточка деда, видишь, тоже 001, они тоже типа кореша. Что ты мне... Старый глупец, я же знаю, что у тебя остался один шарик. Ладно, я сыграю с тобой из уважения. Разумеется, это будет нечетное. Нечетное. О, ну получается, что ты проиграл четное. Братан, фу, блин. Я помню в Миньке, там было вид, ты не поняла, что там, да? Нет, нет, подожди, а там что было, мини? Я не видела эту мини-серию. А ты видела эту мини-серию? Я видел. А что там было? Подожди. Там пока не было ничего. Может, покажет, подожди. Я помню, что там было. Нет? А что там было? Блин. Что не показал. Было? Что там было? Или там больше быстро показал вас подкатывать? Нет, а что там, короче... было? Маленький писун? Два яйка. Мохнатых. Да. Он не показывал это в этой версии. Да. Эта версия зазнуренная. Ясно. Кальмар. Потому что игра в кальмары. Ты понял? А где тут дед? А еще интересно... Что это за х... Ой, простите. А за что прощать? Батя научил нас не стыдиться наших щупалец, особенно учитывая, какого они размера все-таки. Да, размерчик что надо. Батя, у тебя мудрый мужик. Так или иначе, добро пожаловать на последнюю игру. Эта игра... В кальмара? Нет, с кальмаром. Поиграйтесь с кальмарчиком, и если я останусь... А то типа бы губкой надо натирать. Сучит, как звали Гачи-Мучи. Такого в никак не было. Поиграть с моим кальмарчиком, да? Доволен, то вы не будете ни в чем нуждаться. С превеликим удовольствием. Подожди, они, получается, к папику кальмару пришли, что ли? Поиграй своими щупальцами, и ты не будешь нет, ни в чем нуждаться. Правильно, нам нужно отказаться. Да, конечно, надо отказаться. Эй, ты куда? Я уже два раза проиграл. Мне не то чтобы очень хорошо. Как ты думаешь, куда я иду? Не надо, брат. Не надо. Отказывать себе в таком удовольствии. Ну всё. Да. Осторожней, с щупальцами. Они его там моют. Шугаринга. Да ладно. А что шугаринг? Депиляция. Поздравляю с победой, ребята! Вы выиграли кучу денег. В честь этого мы даже варим для вас вкуснейшего кальма... Опа. Что он сказал? Ничего, не отвлекайся, у нас мало времени. Да блин, Амалина, он же явно что-то сказал! Заткнись. Внезапно. Мне кажется, он использовал его, да? Да. Вот он понял, что его использовали. Его использовали. С щупальцем. Это трофей на память. Подожди, подожди. Блин, там закрыто. Добряк рядом? Да, чуть не понятно. Да, там добряк. Нет? Что он там делал? Смотрел он на время? Нет. Не поняла. Закрыто. А, нет. Нет, там не добряк был, да? А, вот что было в руке деда. Да, я в этой миньке это видел. А, он поэтому специально не показал. Чтобы засканить, чтобы перешли, короче. Нет, не видел. Я видел. Мохнатый, поэтому... Это было смешно, это было прикольно. Кстати, да, у нас уже, помимо этого канала, же есть еще, как это, маленький он называется? Нисик, Найсик? Нет, Нисик, нет, потому что есть один с животными. А у него Найсик. Найсик. И вот там Найсик, были Найсик. Дополнительная версия, как это, расширенная версия вот этой игры. Да, дополнительные приятности, игры, как это сказать, интерактивы и все остальное. Короче, не знаю, насколько актуально и про игру кальмара сейчас выпускать. Но работа очень классно сделана. Наверное, уже хайпило, да, но работа сделана классно. Очень красиво все нарисовано. Долго он ее делал. Она очень классно нарисована. А прикинь, он сделал за один вечер, а мы думаем, что долго. Это будет фиаско. Мне кажется, долго тут все прям так отрисовано, тут только все хвали потише. Да, 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 да. Вот, ну, будем надеяться, что такой ролик зайдет. Будем надеяться, что он зайдет. Да. Все, пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.